Добро пожаловать на наш YouTube-канал Heartless Info. В данном видео я вам покажу, как сделать сброс настроек до заводских на устройстве TecnoPova 6 Pro. Для этого зайдемте в меню приложения и выберем приложение настройки. Затем прокручиваем вниз, будет пункт системы, нажмемте на него. И также в этом пункте есть раздел «Сбросить настройки телефона» и «Удаление всех данных». И нажмем «Удалить». Впишем наш пароль, если он есть, и нажмем «Удалить все данные». Ждем, когда наш телефон перезагрузится. И как можете заметить, наш телефон был сброшен до заводских настроек. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал. И до новых встреч!